Приветствую подписчиков, зрителей канала, любителей спортивной одежды и обуви. Рассмотрим сегодня Adidas Original NMD R1. Интересная вариация современной модели. Кроссовки, вдохновленные классическими моделями 80-х годов, но выполненные с применением современных материалов. Верхняя часть модели изготовлена в форме носка с плотным кантом из мягкого воздухопроницаемого текстиля. Система шнуровки традиционная, оснащена прочными и гибкими люверсами по бокам. На языке есть рефлективная нашивка с эмблемой Adidas Original. А пяточную часть кроссовка укрепляет полиуретановая вставка, предотвращая случайные травмы. Также на заднике есть широкая петля для комфортного подтягивания. Материал подкладки комбинированный. В носочной части из тонкого неопрена, а в пяточной сетка из текстиля. Также во внутренней отделке модели присутствует несъемная, но функциональная антимикробная стелька Ortho Light. NMD R1 изготовлен с инновационной подошвой из пеноматериала Boost, который отлично амортизирует при каждом шаге. Также подошва дополнена контрастной пяткой ярко-красного цвета и вставками из пеноматериала Eva, которые придают дополнительную фиксацию стопы. Цепкая ультралегкая резиновая подметка отвечает за сцепление с поверхностью. Носить рекомендую лето-осень. Цена 11 тысяч. Легкая, практичная модель, идеально для утренних пробежек и прогулок по городу. Ставьте лайки. С вами был Серега. До новых встреч. Пока-пока.